Если бы у меня была возможность сказать что-то самое важное каждому человеку на планете, я бы сказала: «Цените то, что имеете». Когда не знаешь, какой миг станет последним, какой упрек больше не будет высказан, какой разговор больше никогда не повторится, с кем больше никогда не поспоришь и куда больше никогда не вернешься. Никогда не знаешь, чем закончится очередная история в твоей жизни, но пока она длится, цени каждый момент, каждую секунду, каждый миг. Все остается внутри, оно не забывается, как говорят многие, не выветривается, не исчезает. Это как будто бросаешь камень в море, сначала брызги, потом на дно. Вот так же все наше прошлое лежит на дне, как осадок чего-то на дне кружки. Мне кажется, если ты человека запустил в свою жизнь, то он там и останется, туда нет выхода назад. Представляешь, внутри у тебя мегаполис, целый город людей, которых ты так и не забыл, но обещал забыть.